А я пятерка, надо что-то придумать, чтобы пикнуть. Лесной, кто я хочу? Здорово. Кто я хочу лесной? Снайпер хочу лесной. Снайпер в бане, пиздец. А кто лесной тогда? Лесной. Блять. Вот. Ваша очередь выбирать героя. Если меня разбанят... Чё, гонишь, что ли, новый день? Почему я гонишь? Ты гонишь? Почему я гонишь? Почему Вайда фикаешь? Потому что я герой хороший. Бля. Нормально, теперь за тьму лучше должен будет играться. Проблема в том, что мом переработали, у него теперь насрано. Блин, палка была охуенная. Палка, по-моему, дала 10 урона и 10 атак спида. Эта хуйня 15 урона просто дает. Но в целом мом, который дает больше урона, наверное, лучше. Пары, вам там комфортно? Ну, просто два чела АФК под Т2 стоят. Сейчас будет жарко. А что с этими двумя дегенератами? Ладно, нелегко. Ладно, пока по ощущениям знатных обезьян закинуло. Ну бей крипов, сука. Ну это пиздец. Чё ты пикаешь, урод? Ну может, чтоб ты фармить начал? Чё ты такой нервный? Пошел в жопу, ты не видишь меня ебало с мысли твоей подходит? Ну так ты фуловый, подойди правую кнопку мыши, в крипа нажми, крип умрет, ты получишь деньги. Все, молодец, спасибо за инструкцию. Иди лучше в лес. Хорошо, я пойду в лес, приятной линии. Икспу, блядь, с тобой делить, уродом. Он не знал. Подождите. Подождите. Мом можно разобрать в БФ. Мом можно разобрать в БФ. Кеквейт. Чё, может попробовать Вайда через мом, разобранный в БФ? Звучит как полная моча, но как будто нам такое надо попробовать. Атак спид где взять? С мома. А когда разобрал в БФ, ты можешь либо ПТ собрать, либо обратно мом на похуй. Ты собрал БФ, а потом разобрал его... Ой, точнее, ты собрал мом, разобрал его в БФ, а потом собрал обратно мом и разобрал мом в криты. Мом же можно в криты теперь разобрать. Хотя, наверное, лучше собрать молнии и потом разобрать этот... Разобрать в криты просто. Без хуйни все этой. Ну дай баш, чудище, только не ласт ударом. Сука тупа. Извините, агрессии не будет на этом стриме. Обмому каких-то бонусов накинули за то, что он дороже стал или нет? Его же не особо покупали и так. Там на паре героев буквально. Да не будет БФ. Пацаны, нам Лина бегает. Вайперов. Иди в жопу, понял, блин. Это ты кому? Блять, я думаю, как они линию проиграли? О господи, откуда они эти сборки берут? Что это такое? О, у меня тиммейты один килл наконец-то сделали. Вайпер, который АФК стоит, убил кого-то. Пиржа, победа. Морфлинг просто ливнул. Что происходит? Морфлинг просто пушил и ливнул. 11к по ряду, они просто все бухие после Нового года или что? Че с ними? У меня тиммейт стоит АФК, враги ливают. Мне перспектива мома вообще не нравится. Но мом прикольный, потому что его в криты можно разобрать. Но в лесу как будто бы он меня просто очень сильно отсрачивает нужные айтемы. Хер его знает. Там уже от соло леги придурок дохнет. Ёбаный в рот, это что вообще? Это сабля так собирается? Что так собирается? Сабля? О господи. Можно просто молнии до мома собирать, а потом мом после молнии. Потому что мом в криты разбирается. Чудище прилетело с травелами.
Блять, ну почему в меня? Ну я вроде живой. Господи, боже мой. Ладно, я уйду отсюда. Я не хочу ничего из этого видеть. Кларити куплю себе одну. Ну как-то у нас все вообще плохо. 13-2. У меня каждая линия в салат проебана. У меня Сларк умил 5 раз. Вайпер купил Травала и умер тоже 3 раза. Медуза пошла в мид и отдала на 10-й минуте тавер. В общем, у нас все очень сложно. Орф, блять, алло! Алло! Где Вижн? Так ты видел всех врагов, которые к тебе подходили? Ты видел каждого врага, у тебя вард перед ебалом стоит, придурок. Каждый из врагов, который к тебе подходил, проходил через вард. Зачем тебе Вижн, если ты не смотришь на карту, дурачок? Я буду в понтане стоять, не фармить, конечно. Вот и весь поговорили. Какой лес, друг? Сместись просто, что? Ты же видишь их. Ты ноешь на Вижн, хотя Вижн стоит. Ты просто пытаешься как-то оправдать свою бездарную смерть. И все. Конечно, конечно, конечно. Где этот Вижн видишь? Один обсерв, который... Перед ебалом у тебя стоит обсервер вард. Он показал тебе каждого врага, который хотел тебя убить. Ты не понимаешь или что? Каждый враг прошел мимо желтого глаза, прежде чем начать тебя убивать. Ты видел каждого врага на желтом глазе, но ты все равно не сделал ни единого шага в сторону своей базы. И все равно умер, как дебил. Ты не понимаешь? Даже войск кричал морф. Тебе даже тиммейты говорят, ты не можешь понять, чурбан ебаный. А что вы осуждаете? Что вы осуждаете? Вы ебанутые, что вы осуждаете? Чурбан это не... Что вы осуждаете? Вы чё ёбнутые? Чурбан это обрубок бревна. Это, блядь, колода бревна. Что вы осуждаете, ебанутые? Вы бревно осуждаете, психи в чате? В самом слове есть бан, задумайся. Не видно героя, жалко. Ладно. Я все равно хотел только морфа убить. Я думал, мне даже на морфа не хватит. Это что такое, блядь? Чё они тут просто стоят АФК? Всей командой. Почему эти кончи тут просто всей тимой АФК стоят? Блять, какой ужас на мониторе, блять. Как же больно это видеть, это пиздец. Ладно, у меня вообще ни одного тиммейта нет. Я не знаю, как мы это дефать будем, я просто не представляю. Надеюсь, враги настолько же отсталые, как и эти люди. Иначе у нас ноль шансов поиграть еще минут 10. Это пиздец просто. Лотар хуйня, он криты уже не дает. Вообще и вправду. Правду не дает криты. Ну я могу, ладно, я могу из этой херни МКБ собрать. Но мне мобильность нужна. А это что, блядь? Ладно. Блядь, ну что ты тут делаешь, припиздок? Ладно, я отвлекся, я вообще забыл, что у них этот герой есть. Самое забавное, то что он после этой хуйни выживет еще. Парня, вы его убить не хотите? Вы просто забили или что? У него же 0 хп. Бля, вы точно люди? Чё с вами? Охуеть, это... Вы просто забили, реально? Ну это не могут быть люди, я не верю. Ну не может быть человек настолько отсталым. Ну невозможно это. Ну это просто нереально. Я не верю. Я просто отказываюсь в эту хуйню верить. Бля, ну их тут много слишком. ТП нажмите, мы убьем их. А, у вас 0 маны у всех. И ТП ни у кого нет. Ну, увы, парни. Не, а вы можете, ну, какие-то признаки жизни подать, там, поговорить, что-то такое? Или хуйня какая-то? Бля. Ну,
Он реально просто стоит, сосет ману. Это нормально. Бля, друг, а ты точно человек? Можешь что-то сказать умное? Это пиздец. Нормально, я стрикс не забрал, заебись. Мне нужно просто всех убить за одну хроносферу, иначе мы проиграем. Ну я могу их убить двоих, то есть выбить Аегу и убить Мереску, но как будто бы я не хочу на эту хроносферу тратить. А вот на вторую жизнь Леги можно, но я думаю, не понадобится. А, теперь криты не собира... Блять, криты теперь по-другому собираются. То есть я могу только в Лотар разобрать мом. Ну тогда Сильвера с этой херни соберу, нормально. МКБ мне вроде не нужно, там ни у кого бабочка не планируется. Пусть дуэль даст, похуй. Ну, может, мне кто-то собьет линку, и я сдохну. Блять. Она реально... Ладно. Она конченая, господи. Неприятно. А, он меня типает. Нормально. Бля, ну то, что вся тима стянулась, это нормально. Почему мне надо было моих тиммейтов уговаривать, чтобы... Они стянулись что-то дефать, а враги просто всей тимой приходят дефать. Ну ладно, насрать. Но то, что ебанат меня типнул, это хорошо. Теперь можно над ним хотя бы издеваться. Хрона нет. Может мы их просто убьем на нашем вижене, парни? Дота 2 игра компьютерная. Алло. Парни, Дота 2 будет играться в компьютер или не будет? Парни, а я всю игру один буду драться? Да? Ну ладно. А где хоть один тиммейт? Парни, а где хоть один тиммейт? Ну у вас же пятеро, а где вы? Со мной, если вместе считать. Чего вас нет в игре вообще? Хоть что-то, ну пожалуйста, хоть что-то, друг, хоть что-то, умоляю. Я слышу, нет вообще. Тебя нет, друг, не хочу тебя слушать, честно. Ты говоришь, ты меня слышишь? Нет. Бля, он совсем тупой. Но я хуйню сделал, я мог выжить. Бля, эти люди, я клянусь, но они не могут быть хоть капельку умными. Друг, ну подефай, но они тебя не убьют. У тебя ульт 10 секунд откатывается. У тебя манта есть, придурок, побей с руки просто, господи, блять. Неужели я оплатил ебучую подписку MOLU? Блять, этих людей заставлять играть надо. Мне нужна позиционка в драке, которой у меня нет нихера. Мне нужно просто поставить хрону так, чтобы я убил 5 героев в ней. Иначе мы проигрываем драку. Я очень надеюсь, что это БКБ, а не этот... А не... Гарпун. Ну я без хрона бы ее тоже убил, насрать. Ну хрона я зря отдал, конечно. Ну а кого я там боюсь вообще сейчас? Как будто бы никого. Господи, блядь. Ладно, парни, я понял. Тут без шансов. Что-то заставить вас делать? Ну его нахуй. Уйдите просто. Героев не видно просто.
Блять, где хоть один мой блядский тиммейт? Ладно, это невозможно, блять. Ты сам зачем подставляешься, потом на команду пиздишь друг, вот смотри. Видел? Зачем ты подставляешься, а потом жалуешься, что ты в пермаче сидишь? Ты что, тупой? Я не понял. Блять. А ее не убьют сейчас еще. Не, ладно, с пальцем убьют. Игрок на сларке, это просто невероятно. Почему ты раньше не мог дать палец, пока он не отожрался? Он ждал, пока ты нафидишь с позором. Тима мечты. Ну, какой керри, такая и команда. Друг, у тебя 2-13. Я единственный твой шанс на победу. Каким бы ты хуёвым ни был, благодаря мне у тебя есть шанс победить. Поэтому предлагаю тебе совершить закрывато наебалон. Спасибо большое. Ты заруинил мне всю игру. Нет, друг, ты сам ее себе заруинил. Я тебе даже когда стоял, саппортил, ты не бил крипов. Ты просто стоял АФК под вышкой с биноклем на 248 диоптрий и снимал на камеру, как каждый крипчик по очереди умирает. Я тебе пиликаю, подойди, добей крипа, нажми, нажми правую кнопочку мыши. Рыба, ты не хочешь, ты просто смотришь, как крипы умирают под вышкой, ты наслаждаешься своей бедностью, а потом сидишь и рассказываешь мне, как я тебе руиню линию. Ты ни единого крипа не подошел даже добить. Ты даже не попытался. Тебе просто похуй. Ты не стараешься играть. Ты просто бибизяна, которая пытается обвинить свою команду в каких-то своих неудачах, не способная принять то, что ты бездарный овощ, который руинит игру своей команде, и пытаешься сам найти какую-то причину, почему же все-таки ты умер. Каждый раз то вардов нет, хотя у тебя глаз стоит прямо в жопе, который все видит, то у тебя палец не нажал ли он, который у него не хватало маны, то еще что-то, то это, то, друг, последи за игрой, последи за собой, тогда будет легче в компьютере. А можно так башить, чтобы он из баша нахуй не вышел? Увы, у чела майндбрейкер на морфлинге. Классно. Ебать закуп сумасшедшего долбоеба. Увы, майндбрейкер. Класс. Люблю игру компьютерную Dota 2. Хорошая. Тоже команда сейчас виновата, правильно? Найди оправдание какое-то, делай. Переигран. Бля, вот, друг, ты реально подписался ради того, чтобы получить бан на 4 дня. Ты очень умный, молодец. Ладно, эти челы заслужили проебать, почему нет? Спасибо за игру, парни. Заслуженное поражение. Рыба эвакуировалась с позором. Нормально, а чем больше я въебаю на этом аккаунте, тем лучше. А то я первую игру 42-1 сыграл. Я думал, его забанят. Нормально, сейчас я сосо делаю.